отмечу, что в Кубке Испании вышли в 1-8, где Леванте сыграет Сарагоса. Момент у Бафеми Мартинса. Ошибка защитника. Ой-ой-ой-ой-ой. Какое горе, какой позор для защитника. И какое счастье для публики, пришедшей на свят до Валенсия. И для Бафеми Мартинса. Ну, знаете, молодец нападающий. Вот он так тоже за уже безнадежные мячи. И порой в холостую. Но вот сейчас футбольный бог за старательность, за самоотверженность, за целеустремленность Бафеми Мартинса наградил гол. Ну а кто так ошибся? Жеромел, он привез этот гол. А вот здесь не виноват. Виноват защитник. На 43-й минуте случился этот гол. Пас со своей половины поля. Высокорослый Жеромель пускает за спину Бафеми Мартинса. Потом, кажется, уже исправляет ситуацию. Но допускает технический прах. Вот, смотрите. Длиннющая нога пошла. Оп, и все, казалось бы. Но лучше бы он раздавил бы этот мяч подошвой и сделал бы так, чтобы он лопнул. Тогда бы игра была остановлена. А так мы видим, грубая ошибка, промах, привоз. В результате на табло 1-0 в пользу Леванта.